Где мы находимся и что здесь происходит? Мы сейчас находимся... Мы сейчас находимся на экстремальном ежегодном фестивале, сборище всех спортсменов, экстремалов и около этого... Шестой год подряд выехали в окрестности Канжака. Те же рожи, та же гора, на которую мы никак не можем зайти. Вот туда все и ловят. Скажи два слова народу. Да, пу-пу-пу-пу-пу. Как настрой? После автобуса боевой. А? Чё там кому не нравится? Там площадка удобная, там таблички. А? Кто-то постоянно копает в себе ямы, ищет в себе изъяны, наносит себе раны. И я морался копанием внутри себя. Был в тот раз я в компании своих ребят. Вот, вот они! Нормально, нормально! Уважуха, уважуха! Включил на запись телефон, спрятал на столе и пошел как бы на балкон или в туалет. Потом прослушаю, что про меня озвучили кенты мои лучшие после моей отлучки. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, 27! Для моей гордыни это будет реквием. Господи, прости им их нападки едкие. Ну да ладно, скоро проверим. Я улыбнулся злорадно, не мешаю я теперь им. Хотя нет, как проехались по мне товарищи, не имеет значения. Потом я решил, зачем я себя самого и в друзей вгрызаюсь. Не стал я слушать ничего, я стер эту запись. И у меня нормально все. Ха, чё там кому не нравится, а? У меня нормально все. Ха, чё там кому не нравится, а? У него нормально все, ха. Чё там кому не нравится, а? У него нормально все, ха. Чё там кому не нравится, а? Чё там кому не нравится, а? Приезжаем здесь, чтобы не думать ни о чем мирском, ни о каких кризисах, политиках, экономиках. Просто приезжаешь сюда, забываешь, что такое телефон, цивилизация, все бытовые проблемы, ничего этого не существует. Все благополучно закончилось. Вот я имею в виду вот эти три дня. То, что выпал снег. Потому что последние два года стояла плюсовая температура, а в этом году все-таки порадовал нас этот район. Выпал снег, и, соответственно, настроение такое